Топ-10 самых сексуальных костюмов для Хэллоуина. Вот такие странные фотографии я нашла в интернете. Некоторые костюмы мне понравились, поэтому я решила поделиться с вами. Вообще, хочу заметить, не одежда красит человека, а наоборот. Хотя, безусловно, одежда может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Хэллоуин, как праздник, мне не знаком, но идея переодеваться взрослым людям мне нравится. Почему бы и не подурачиться? На 10-м месте костюм курицы. Это костюм знаком многим женщинам и без Хэллоуина. Некоторые носят его каждый день. На 9-м месте костюм Джейсон Вурхис. С неизменным мачете и хоккейной маской ничего особенного, даже грубовато. Мачете в крови и вид девушки наталкивает на нехорошие мысли. 8. Костюм Спанч Боб. Спанч Боб – главный герой мульта «Губка Боб. Квадратные штаны». Губка Боб живет в доме ананасов, который находится в подводном городе. Одним словом, костюм мочалка. 7. Костюм Текила девочка. Текила девочка – самый сексуальный, на мой взгляд, костюм. А возможно, в этом виновата девочка. Уж очень она хороша. 6. Костюм Элмо. Элмо – кукла из международного телешоу «Улица Сезам». Он пушистый, красный монстр с большими глазами и оранжевым носом. На 5-м месте костюм Крюгер Фредди. Красиво и удобно, можно попросить почесать спинку. 4. Костюм девочка-скаут. Очень сексуально и можно реализовать мечты, у кого остались от девочки-лиди в пионерском лагере из 6-го Б. Костюм девочки из пивного фестиваля. На пивном фестивале костюмы у девочек получше. Это слишком откровенно и дополнено нехарактерными деталями. 2. Костюм строителя. Очень креативно. Тяжелые инструменты подчеркивают тонкость девичьего стана, особенно конуса на груди, заставляют разгуляться фантазии. И, наконец, на 1-м месте костюм анорексия. Это вообще непонятно, что какой-то скелет называется анорексия.